Алхот Бурер. Алхот Бурер мы проходили. Это очень сейчас детальность идет, очень хорошая вещь, которая в данный момент каждый день, каждый шаббат к нам приходит эта вещь. Значит, чистит яблоко, так? Фрукты, это все можно. Потому что она сама чешуя, она отделяется вместе с яблоком, кусочки яблока выходят. Это она прям вот примыкающая вместе. Теперь также можно говорить картошку чистилка есть такая же? Вот это пилер. Говорит, по закону Ялкуту Сев говорит, можно. Но говорит, человек, который махмир, не использует картошку чистку. Только с ножом, говорит, того Аллах Бараха, будь благословлен. Теперь если идет, например, этикетка на фруктах, есть? Стикер тоже, говорю, тоже можно отделять. Нет проблем, шаббат. Это как будто я, говорю, отделяю, говорю, чешую от фрукта. Самое главное, чтобы он покушал сразу. Но the best, вот, по всем мнениям, выйти, говорит, с ножом отрезать, этикетку и кусочек от фрукта тоже снять. Теперь, если человек не хочет кушать скин, чешую, вот, чешую с кожуркой, не яблоко, а чикен, курицу, вот это скин он хочет убрать. Можно, говорит, почему? Потому что это она не только дерех ахила, большинство, говорит, так кушают вместе, это не дерех ахила, большинство, говорит, кушают скин. Некоторые просто один из сто не кушают, так пишется здесь. Говорит, можно, почему? Потому что это не, это просто как, это одно целое, это и мясо, и скин, это одно. Это как будто отделяю на две части, мясо от мяса, и нет проблем. Также тоже здесь у нас есть на кексы, кексы есть вот это, маффин, есть бумага снизу, тоже можно эту бумагу убрать, но та бумага, которая там, после когда я убрал, еще кусочки бумаги застряла там вот на кексе, кусочки вот эти, это уже не ебили, потому что она глубоко зашло, теперь надо кусочком кейка отрезать. Мутар для калев пирот, вейракот, бамаклав и мюха для ках, окей. Теперь щипцы для орехов, ломает который, тоже можно. Даже тем, мисс Махлокит говорит, можно, говорит, potato peeler использовать в шаббат или нет. Мисс Махлокит, по закону можно, но лучше нет. Говорит, щипцы и можно, потому что это я не очищиваю, не чищу же эту картошку, я просто ломаю орех. Ломаю чешую от ореха, поэтому щипцы от ореха можно. Теперь, если есть у нас косточки есть от фруктов, нет, фруктов есть, например, большие такие косточки, например, как в финиках есть косточки есть, в уруки, потом и пич, да, вот это все есть. Косточки есть, говорит, можно спокойно отделить друг от друга. Почему? Потому что когда я отделяю, у меня две руки работают. Сам фрукт я держу в руке и отделяю косточку оттуда, с другой рукой. Поэтому говорю, это считается, как будто я фрукт отделяю от косточки, не косточку от фрукта. Хорошего. Да, хорошего от плохого, поэтому можно. Но если есть у нас много косточек фрукта, как в винограде, тогда, говорит, лучше что? Сортом вытаскивает. И есть, которое мнение, говорит, можно даже сам виноград внутри косточки с руками почистить и потом кушать. Первая причина, Рабейну Ханалин говорит, что это не миурав, это не смешанные косточки в винограде, они просто прилипнуты внутри, в середине находятся, это не смешанные как салат. Поэтому Рабейну Ханалин сказал, можно отделить руками спокойно. Потом есть мнение, которое вообще нету, говорит, борер в еде. Если мы говорим, что эни сур борер башаат ахила. Не в еде, когда я кушаю,
во время еды говорит, нету борер. Когда я кушаю, говорю, нету борер. Есть такое мнение. Все проблемы, когда мы кушаем. Я говорю, никогда мы кушаем. И сейчас все проблемы, когда до еды мы готовим еду, отделяем. Тогда я говорю, проблемы. Во время еды, говорит, нету борер. Есть такое мнение. Мы так не придерживаемся, но поэтому, говорит, даже виноградные косточки, говорит, можно отделить. Но, есть альмалисмох. Да, есть альмалисмох. Но лучше так не делать, конечно. Когда есть много косточки винограда, лучше не делать. Теперь есть аватиях, арбуз. И потом дыня. Можно спокойно руками отделять это. Это потом дерех ахила. Так люди кушают обычно. Тем более мелон, да? Они сверху, они не внутри в мелон, они сверху прям стоят. Поэтому можно полностью ножом отрезать и выбросить его. Теперь лимон. Если хотим лимон посадить в марлю, чтобы выжмать на рыбу, вот так вот сделать, чтобы косточки не попали в рыбу, это нельзя, говорит. Хилуль шаббат де урайта. Потому что я марля, это кли считается. Это сосуд, как бы сито. Если до шаббата сделать. До шаббата может, вопроса нету. Нет, до шаббата завязал марлю, приготовил. Тоже нельзя. До шаббата тоже нельзя. Если завязал в марлю до шаббата, и в шаббат я буду выжимать, косточка остается в марле, нельзя это. Это хилуль шаббат будет. Это потому что сама марля, она кли считается. Мы знаем, что сосуд нельзя использовать для очищения, отделения. Поэтому нельзя будет, надо... И рабанан тоже запретили, на рукой написано, буду выжимать на ладонью лимон. Косточка сюда попадет, а потом вот так вот солью. Так? Нельзя тоже. Рабанан запретили, говорит, тоже. С марлей это дурайта, на ладонь это дурабанан. Теперь есть вопрос такой, если он на, как называется, вот эта палочка на яблоке, по закону, говорит, можно ее порвать и кушать. Махмир Алацмо, человек, который сильно держится, говорит, не рвет эту палочку, того Аллах Бараха, а будет богословлен. Ялкут Юсеф пишет. Теперь есть у нас специальные такие выковаривающие инструменты из оливы, которые вытаскивают косточки. Такой, прямо вот так вот лопает здесь. В вишнях тоже так же, специально такой инструмент есть. В оливках, говорит. Рогатка. Да, такая рогатка. Можно, говорит. Мутар. Да, она. Говорит, можно, но у тебя шаббат это гарыним. Потому что это как будто как potato peeler. Шаббат можно использоваться. Это раба Юсеф сам сказал, он не писал. Он говорит, шамати ми агон раба Увади Юсеф. Но орлицы он запрещает. Запрещает, он говорит. И в чем причина? Потому что когда мы потеты пили используем, говорит, она кусочек с яблоком выходит вместе. А когда косточку я выдавливаю из оливка, говорит, она сама косточку только выходит, и все. Как бурель считается. Хатихот, шуночил, ото маахаль. Пирот шахалуким бетаамам, обсам бишмам, вехен хельке офот, шуним о шавим, авал шуним бетаамам, кигон шахалькам мивушалим хелькам целуим, реем нихшавим кишне мене вешаях меем исур борер. Теперь если у нас есть два вида фрукта, мы сказали, нельзя друг от друга отделять, если они смешаны с друг другом. Плохое от хорошего нельзя выделять. Что такое плохое, которое же я не кушаю? Для меня плохой. Также даже два яблока. Одно яблоко кислое, например, зеленое, одно красное, она сладкое. Это считается два вида. Друг от друга нельзя отделять. Только хорошее от плохого. Два вида считается. Также тоже две курицы приготовлены по-разному. Одна пожаренная, другая сваренная. Считается два вида. Тоже нельзя отделять друг от друга. Но надо знать, как ее. Конечно, можно отделять только разрешенным путем, как с рукой или вилкой. Хорошее от плохого, хорошего. То, что я хочу кушать. Так? И сразу покушать его. Не оставлять на будущее. Три кондишн должны быть вместе существовать.
Гам хатихота руйот ле махаль бдоха. Асур леврора хуца, это там хатихота гуруот. Также, например, есть мясо. Было одна кусок мяса было. И разрезаны кусочки его. Один кусочек мяса пережаренный, там, например, сочный, а другой сухой. То считается два вида. Нельзя друг от друга отделять. Так, например, вот рыбу сделали из хвост. Люди обычно хвост мало кто кушает. Голова, хвост. Это считается два вида, считается, выходит. Я не могу теперь голову убрать, а тело оставить. Или хвост убрать, а тело оставить. То считается, сейчас буреры делают, плохое это хорошее. Понимаете? Даже в одном виде, если было приготовлено, как вот хвост и голова, это считается бурер будет. Надо осторожно быть, надо хорошее от плохого отделять. Значит, если я взял у часового, засунул в это, вытащил мясо вместе с рисом. Я не хочу рис, взял вольный рис или мясо не хочу. Оп, его скинул, а рис остался или мясо осталось. Это бурер? Так выходит. А как же тогда они жарят рыбу нашу? Голову убирают, хвост убирают. До шабата же делают. Ну, окей. Они считаются отделением. Шабат только проблема. А вот им лон не тан ле агия ле хатихот ату вод ми блин ле азиз это хатихот агуру вод ле цар. Если, скажем, вот эти вот плохие куски сверху, а хорошие внизу, что мне делать? Мутар ла азиз может подвинуть их в сторону, плохие, и дойти до хорошего. Это пишет Мишна Брура, Шиман, Шин Ютет, Сивкатан, Тетвав. Также Паску Ахруним. Вешум рим шихелькам шуним минаов, икон хазе, вушок, векнафаим, нехшавим ли миниха, ва микел, ешло алма шисмох. Хазон Авади говорит, есть говорят, что вся курица, говорит, это одно и то же. Например, есть грудинка, есть крылышки, есть ножки, так? Некоторые говорят, ляжки кушают, некоторые крылышки кушают. Говорит, одно и то же считается все это. Рав Авадия Йосеф говорит. Есть мнение такое, говорит. Есть на что положиться. Если человек, если так отделил, крылышки ему не нравятся, он хочет ножки, говорит. Это не считается бурер, есть мнение такое. Но, если уже сделал это, говорится, есть на что положиться. Но, the best надо брать, саму ляжку, вот я ляжку люблю. Ляжку надо взять. Крылышки надо оставить, не трогать их. Женщине надо. Летала. Теперь, вот, берират от самот мутар ливрор башабат этот самот адакот, чубетох адагим. Киванши, ках дереха хила там. Косточки, которые внутри рыбы, да, вот эти вот. Бонс. Их можно, говорить, отделять. То есть так путь кушать. Не надо, говорит, в рот ставить сортом, потом вот так вытаскивать. Я же поэтому ашканазы, что они делают? Гефилте фиш. Рыбу. Почему? Потому что они полностью оттуда кости убирают до шабата, через мясорубку проводят и делают котлету такую большую. Гефилте фиш, говорит. А мы с Фарадим, он не придерживается этого мнения, потому что так как это путь кушать, так дереха хила, это можно брать косточки и отдельно отделять и потом кушать. Вензе никшавке бурер псолит митох охель. Ала цамочи квар нифруду мина дагим у мина басар. Ашер нимцаим бетох ацалаха. Так? Ло иварарам лесалек кан мишаам. Так говорит, те косточки, которые уже были отделены и на тарелке лежат, уже нельзя потом отделить. Эти косточки поставить на другую тарелку или отнести в гарбич. Поставили. Да. Теперь говорит, я хочу вот эти косточки, говорю, мне мешать на тарелке, я убрать хочу. Не, рыбу тарелку кушать. И вот мы кушаем, а ставим на тарелку, оставляем так. Вот. Да. Теперь я хочу вот эти косточки, надо убрать, надо полностью забрать. Полностью забрать, выкинуть их так. Вот это будет, может быть, проблема будет. Потому что считай, бурер делаю. Сейчас вот мне надо тарелку почистить, чтобы поставить еще. Но я беру другую тарелку. Да. Тарелка. Я
Я так не пользуюсь, эту рыбу так убираю. Все мы так делаем. Скажем, у меня другой вид фиш есть. Один раз сазана покушал, теперь хочу карп покушать, еще что-то. Оставь, да, на тарелку, в сторону поставь. Тарелку убираешь со стола, у тебя есть тарелка сос и косточку. Он говорит, что полностью убрать полностью с одной тарелки. Сос водяной, ты даже еще не пьешь. Надо его брать, его варить, а косточку убираешь. Косточки выкидываешь в бурер. Там надо, значит, хлеб поставить маленький, кусочек хлеба поставить. Бурер получается, хлеб плохой еще. Я посмотрю, подожди. Ашер немцаим бетоха цалахат, о еварарам салакам ишам, эле яцедем бетоха цалахат. Теперь ваката бялку тусев шинар, ше каванат авив лаатир силука ацамот лицат ацалахат, рак баофен ше адавар мефрия ло лехол. אין יכול להגיע לאוכל בלי שסלק את העצמות, אבל אם יכול להגיע לאוכל בלי לסלק את העצמות, אסור. Это значит, что так говорит. Если у него много костей здесь есть, например, надо косточки рыбные на рыбу попали. Конечно, это можно убрать сверху рыбы. Но если тебе не мешает эти кости, говорит, нельзя просто так убрать их на другую тарелку. Когда забираем гарбич, это можно отнести туда. Потом выкинуть кости в гарбич. Но самое главное, что там было съедобное что-то на тарелке. Кусочек хлеба или оставить чуть-чуть рыбу. Так? Теперь здесь бурер блах. Ликвуд. Сейчас до этого было сало. Теперь ликвуд. Это оставим мы на следующий раз. Сейчас уже у нас. Окей? Шаббат шалом всем.